И другим темам. К 2019 году птицефабрика «Пышминская» будет обновлена на 90%. В модернизации предприятия принимают участие и тюменский завод «Профмодуль». В строительстве используют современные, устойчивые к капризам погоды сэндвич-панели. Наши коллеги побывали в цехах крупного промышленного предприятия. Почти 5000 квадратных метров металлопроката в смену. Такова производительность тюменского завода «Профмодуль». Региональное предприятие, одно из первых в России, начало выпускать стройматериалы будущего. Сэндвич-панели с пирпур-наполнителем вместо минваты. Они в два раза тоньше и в четыре раза легче. Проще в монтаже, имеют лучшие эксплуатационные характеристики. С помощью продукции завода специалисты возводят промышленные и гражданские объекты по всей стране, включая районы Крайнего Севера. Такого рулона мы изготавливаем уже дальнейшую продукцию, как профнастил, как металлочерепицу, как доборные элементы для кровли и фасада, и также водосточная система. Поставщики металла только российские. Основной Магнитогорский металлургический комбинат. В цехе по производству профнастила запущены 8 линий проката листа от минимальной волны до максимальной. Если заказчик необходим 0,6 металл, да, и профнастил 0,6 металла, то есть мы предоставляем 0,6 металл. То есть мы это контролируем как на входе непосредственно металл, так и на выходе готовое изделие. Увеличить ассортимент выпускаемой продукции помогла господдержка. Завод получил субсидии на покупку нового токарно-фрезерного оборудования. Детали производят с ювелирной точностью, а высокое качество радует покупателей. Игорь Канев, Ирина Шипилова, Роман Чинахов. Тюменское время.